Я всех приветствую на сегодняшнем обзоре. Сегодня мы будем проводить обзор, видеообзор беспроводной цепной цепи и бесщеточной от фирмы Makita. Все необходимое указано здесь вот на коробке. Какие тут есть свойства у данной, так скажем, электрической цепной пилы, да? Давайте посмотрим, что тут у нас еще записано. Суммарное напряжение 36 вольт. По два аккумулятора по 18 вольт. Длина режущей части составляет 35 сантиметров. Шины этой, да? Длина шины. Так, ну вот тут, в принципе, то же самое продублировано. Давайте посмотрим, что тут на коробке сверху написано. В принципе, то же самое все продублировано. Давайте посмотрим, что у нас в коробке имеется. А в коробке у нас имеется пила, которую я уже извлек. Потом сама шина 35 сантиметров. Видите, так аккуратненько запаковано, чтобы не повредилось. Так, что у нас еще в коробке тут имеется? Сама цепь. Уже, наверное, так, вот сама цепь. От фирмы Oregon. Здесь у нас показывают, как нам необходимо монтировать нашу цепь. Сама цепь. Что еще в наборе? А в наборе ключ и инструкция. Так, больше в коробке ничего нету. Так, ключ для фиксации шины. Так, бутылочка с маслом, которое нам необходимо залить в механизм. Вот мы видим. 100 миллилитров. Так. И что у нас еще тут есть? Инструкция. Да, хорошо, что она есть на русском языке. Это очень часто. Так, гарантийный талон. Очень часто инструкции на русском языке почему-то нету. Перед использованием всегда читайте инструкцию. Вот те, кто хотят ознакомиться, поставьте на паузу и посмотрите. Так.
на этом все. Ну и давайте рассмотрим саму пилу. Вот сама пила. Тут она пока без шины. Шины я пока не прикручивал, потому что относительно недавно были приобретены еще аккумуляторы к данной пиле. Было без аккумуляторов, то смысла в принципе не было. Вот тут мы видим посадочные контакты. Тут немножко шатается контакт. Этот неподвижен. Резиновые уплотнители такие в виде бочонков. Тут, наверное, ее можно повесить за эту петлицу. Индикаторы батареи. Нажимаем вначале этот. Вначале включаем, потом нажимаем. Я потом подключу, покажу. Так, что у нас тут еще? Посмотрим. Так, тут вот. Вот так вот выглядит. Здесь у нас еще рекомендации. Русского языка нету. А, не, русский есть. Так, смотрим, что здесь. Давайте посмотрим, как она работает с аккумуляторами. Производим установку аккумуляторов. Переворачиваю аккумулятор вот так вот. И щелкиваю так. Ну вот, давайте посмотрим. Нажимаем на эту кнопочку. Нажимаем. Работает чем-то похоже на пылесос. Тут мы видим индикацию. Индикация также присутствует на самих аккумуляторах. Но она находится на другой стороне, поэтому ее не видно. Так. Как заявляет производитель, время работы данной цепной электропилы составляет на 6-амперных аккумуляторах около получаса. Если вы собираетесь приобрести себе данную пилу, то я рекомендую купить 6-амперные аккумуляторы. Они хоть и дорогие, порядком $100 за штуку, но это вам хотя бы обеспечит полчаса работы. Ну и стоит учитывать, что через 2 года аккумуляторы при неинтенсивной работе, а при такой, ну и потеряют емкости в 2 раза. Поэтому пилу, наверное, хватит на минут 15. Пока еще пилу я в деле не пробовал, но в будущем сниму видео, как она в деле работает и показывает себя. Я всех благодарю за просмотр. Всем огромное спасибо.